Привет, вот видишь, самогонный аппарат, то бишь его термоконтроль или контроль мощности, помогает не только в этом деле. Еще с его помощью можно распаивать детальки. Так, чуть сместилось. Вот, сейчас на обычной печке выбираем мощность. Замеряется вот температура примерно 220-225. И вперед распаиваем. Надо вот поменять светодиодики. Сейчас разогреем до конца и сниму. Вот так вот подготовил уже донора. Вот лежит. Вот он. Ну, в принципе, любой, но вот этот помеченный уже. Вот, и сейчас будем снимать тот, что ушел. Оп. А на его место приходит живой. Ну вот, как бы получилось. Я надеюсь, будет жить и работать. Ну и вот кульминационный момент. Еще пока корпус не собирал. 3, 2, 1. Опа! Та-да-да-дам! Ну вот, такими вот подручными средствами можно отремонтировать вот такую вот лампочку. Вот, ну это снял старую, здесь просто плохой радиатор. Вот, а там хороший большой радиатор, поэтому решил собирать вот эту. Ну все, пока-пока!